Всем пламенный привет, я Осми, и в этом видео я вместе с вами продолжаю выживание на анархии. И что же вы видите у меня за спиной? Это моя обновленная база. Давайте ее осмотрим. Вот как она выглядит. О, ящик появился, но мы за ним не пойдем. Мы еще плохо одеты. Вот моя новая база, здесь я подписал ее. Посмотрите, наковальня. И наши книжные полки, где мы будем зачаровывать наши предметы. Но пока их у нас тоже нет. Я пытался зачаровать, но у меня почему-то не вышло. По-топовому все. Да, как обычно. И вот. Вот новая комната. И здесь будет наш портал в ад, в мир Незера. Я там еще не был, и в этой серии мы вместе туда и пойдем. И также я хотел вам показать мои новые блоки, которые я создал. Это плавильная печь, это камнерез, бочка, кафедра и мишень. Давайте же их поставим. Печку плавильную вместе с печкой поставим. И давайте закинем туда наши руды. Вот, и уголь. Все берем и ложим в эту печку. Ну, заметно быстрее, как и коптильня. Камнерез поставим вот сюда. Во, замечательное место для камнереза. И что же можно из него сделать, из этого камнереза? Нам надо найти камень. Так, вот. Здесь у меня булыжник. И давайте камень возьмем. Ну, неплохо. Из одного булыжника он делает одну ступеньку. Это выгодно получается. Это получается очень выгодно. Опа-на, даже так? Посмотрите, это тоже новые блоки. Это полублок камня и каменная ступенька. Вот это да, ребята. Итак, и давайте поставим нашу бочку. Тоже наверх, вот так вот. Бочка прям вообще классная. Итак, давайте положим туда все вещи на время. А кафедру куда поставить? Куда кафедру-то деть? Она бесполезная. Она бесполезная, если у меня нету книги. Да. Ну ладно, потом ее еще протестим. А пока давайте... Да, и блок мишени я тоже не могу потестить, потому что у меня нету лука еще. Вот досада. Ну давайте его тоже поставим. Какой он интересный блок. Вообще классный. Итак, давайте перейдем к сути этого ролика. Я хотел пойти в мир Незера. Нам нужны золотые вещи. Вот у меня есть. Так, и нам надо взять еще золото. Это для пиглинов. А, давайте оденем лучше... вот, ботинки. Вот наши ботинки, берем, одеваем. Хоть что-то золотое, пиглины нас не будут обижать. Наш портал активирован, и заходим в мир Незера. И где же мы появимся, мне интересно? Не в воздухе? Я надеюсь, нет. Вау, какая красота, ребята. Лава только начала течь. Значит, мы здесь только одни. Итак, нам надо найти пиглинов. О, новые грибы, ребята, искаженные грибы. Здесь очень опасно, ребята, я вам скажу. Здесь прям очень опасно. Это вообще. Надо уходить из этого места. О, новые блоки, ребята. Новые блоки. Это грибосвет. Тоже пригодится. Тоже пригодится, ребята. Да, необычный, конечно, мир. Да. И здесь лава начинается. Так, надо подняться. Нам надо подняться. Вон они там бегают. К ним идти не буду. Так, это что? Это золото, ребят. Это золото. Это золотая руда. Так, наберем. Наберем нашу золотую руду. И копаемся дальше. Нам надо найти пиглинов поскорее. О, мы куда-то вышли, ребята. И я не вижу пиглинов. Так, давайте. Идем дальше.
нам поскорее их надо найти, чтобы начать торговлю. О, как много золота, ребята. Как много золота. Это замечательно. Золото никогда не помешает. Тем более, его любят пиглины. Так, тут нету пиглинов. Тут нет пиглинов. Идем дальше. Ай-яй-яй-яй-яй. Почему нас атакуют? Мы же... У нас же золотые боты. Я что-то не пойму. У нас же золотые боты есть. Или ты нас не атакуешь? Извини. Так, на тебе золото. На тебе золото. Он взял золото, ребята. Он взял золото. Вот это да, ребята. Он взял наше золото. И что ты нам дал? Спасибо тебе. На еще золото. На еще золото. Дай нам еще что-нибудь. Дай нам еще что-нибудь, пиглин. Хо-хо-хо. Вот это классно, ребята. Вот это... Это плачущий обсидиан, ребята. Это большая редкость. Это большая редкость. Дай нам еще что-нибудь. Опа-на! Еще кусочки золота, ребята. Он дал нам еще кусочки золота. Я даже не заметил этого. Я даже этого не заметил. Извините. 4 эндер-жемчуга. Вот это да. 4 эндер-жемчуга. Это очень выгодно, ребята. Это прям очень выгодно. Мега выгодно. Я вам скажу так. Опа-на, это что такое? Эй-эй-эй, а я не вижу, что ты мне дал? Это плачущий обсидиан ты мне дал, что ли? На еще золото. На еще золото, давай. Дай нам что-нибудь поценнее. Что-нибудь поценнее. Назаритовая кожа, ребята, это тоже очень дорогая вещь. Я прям удивляюсь этому пиглину. Он нас прям... одарил. Одарил вещами. Это что? Это кусочки железа. Вот это да. Кусочки железа. Кожа. Спасибо. Так, а кусочки он тоже принимает. Но ничего не дает нам. Там еще пиглины. Вот это да. На тебе еще золото. На тебе еще золото. И что ты нам еще дашь? Интересно. Интересно, что ты нам дашь? Ну-ка, это что такое? Огненные заряды, ребята! Ребята, ребята, ребята! Хоть что-то новое. Хоть что-то новое он нам дал? И, а сейчас... Эндер-жемчуг! Ого-го, ого-го. Ну-ка, повышай ставки. Повышай ставки, давай, 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 давай. Что-то по цене. Нитки, ну, так неинтересно. На еще золото. Нитки так неинтересно. Дай, 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 дай. Дай нам что-нибудь. По цене. А, опять нитки, что ли? Я не заметил. Опять он нам нитки дал. Ну, дай что-то по цене уже, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Это что такое? А... Кирпичи, кажется. Кажется, это кирпичи незерские были. Эй, отбираешь у него, да? Отбираешь. Опа-на. А ты что нам дашь? А ты что нам дашь? Обсидиан. Ну, спасибо тебе. Спасибо большое вам. А я пошел дальше. Или... Ну что, ребят, наша торговля, походу, закончилась. Да, у меня не осталось ни единого кусочка золота, и придется нам все же покинуть этот ад, или... Или да. Да, лучше покинуть этот ад, потому что у меня ничего не осталось. Ну, мы нормально так поторговались, я думаю. Мы нормально поторговались с нашими пиглинами, и давайте... Или нет, все писали про какие-то осколки, ребята. Все писали про какие-то осколки, которые появляются на 15-м блоке. Давайте это проверим. А найдем мы эти кусочки или нет, обломки, то есть. Я не знаю. Нам надо найти хоть один обломок. Я не видел еще ни одного обломка.
Так, где 15-й блок? Ой-ой-ой-ой-ой. Осторожно, осторожно. Ищем обломки. Ну, я думаю, что мы не найдем обломки. Здесь еще и лава, замечательно. Здесь еще и лава. Опа-на! Это аналог булыжника. Это аналог нашего булыжника. Итак, копаем еще ниже. Все пытаюсь найти обломок. Но почему-то не везет. Не везет нам. На лут опять лава. Да сколько здесь лавы-то? Очень много лавы. Прям очень много лавы. Так, еще лава. Еще лава. Так. Точно на 15-м? Нет, мы поднялись. Мы поднялись повыше. Мы поднялись повыше. Вот здесь надо искать. На 15-м блоке. Так, ищем, ищем, ищем. Вот, наконец-то, ребята, мы нашли наш обломок. Да, наконец-то. И ломаем его. Вот как он выглядит. Так, 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 так. Чуть не удалился. Эй, 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 обломок. Вот он. Вот он наш обломок, ребята. И что же можно из него сделать такого? А, не написано. Не написано. Самое главное, что мы нашли хоть один обломок. Это очень замечательно, ребята. Не впустую мы пошли в Незер. Хоть что-то мы там и нашли. И давайте, конечно, напишем Home. Мы переполнены. Так, мы оказались около нашего дома. Замечательно. Вот наш милый дом. И давайте выложим наши вещи. Итак, выкладываем. Да, самое главное, это, конечно, обломок. Я положу его в ЕЦ. И, как вы видите, у меня в Эндер-Честе есть ульи. Я их купил на аукционе, и продавец мне заявлял, что в них уже есть пчелы. Это очень интересно. И в следующей серии мы это обязательно проверим. На этом моменте мы закончим это видео. До новых встреч. Всем удачи. Пока.